Всем привет! Меня зовут Яниф. Я возглавляю команду разработчиков в DDK Lambda Israel. Это видео является первым в серии видеороликов, в которых мы познакомим вас с нашим флагманским продуктом Genesis Plus, который может поставляться в модификациях 1.7, 2.7, 3.4 и 5 кВт. Я покажу, как легко подключить параллельно несколько источников питания Genesis Plus для увеличения выходной мощности. Мы подключим 4 прибора. Выходные шины источника питания подсоединены между собой параллельно. Набор для параллельного соединения можно заказать как опцию. Далее подключаем сигнальный кабель от главного прибора к ведомому, от него к третьему и так далее, в зависимости от количества приборов в системе. Теперь источники питания могут быть подключены к электросети. После того, как мы подали питание, нажимаем на правый энкодер ведущего прибора, чтобы подтвердить конфигурацию соединения. С этого момента система работает в автоматическом параллельном режиме без каких-то дополнительных настроек. Это уникальная запатентованная функция новых источников питания TDK Lambda. И сейчас я настраиваю любую функцию системы через ведущий источник питания, который управляет остальными приборами в соединении. По сути дела, мы имеем одно устройство с увеличенной в 4 раза мощностью. Фактически, модули работают как один источник питания. По любым вопросам, наш отдел поддержки всегда к вашим услугам. Для просмотра дополнительных видео заходите на YouTube и подпишитесь на наш канал или посетите веб-сайт. Спасибо и до встречи в следующих видео.